Всем привет! Если у вас есть доля в квартире, и вы не знаете, что с ней делать, собираетесь продать, то первично вам нужно сделать определение права пользования. Определение права пользования делается для того, чтобы потом, чтобы была выделена площадь, человек мог заехать и понять, что у него здесь есть комната, а не просто доля. Значит, если брать долю просто не выделенную без определения права пользования, ну, допустим, 1/2, да, если стоимость квартиры 5 миллионов рублей, 1/2 чисто технически можно предположить, что стоит 2,5, но это не так. Если там будет выделенная комната, то рыночная стоимость будет где-то от 1,5 до 2 миллионов. Скорее всего, 1,5. И если это будет просто доля и не будет выделена, не будут получены отказы или хотя бы нотариально не будет человек уведомлен, она будет стоить не более 1 миллиона, скорее всего, 800 тысяч. После того, как вы определили право пользования, вы, получается, продаете по факту комнату. Поэтому цена на нее будет дороже. Это не просто глухая доля, и вы имеете право войти в квартиру и пользоваться ей. А вы имеете право поставить замок в комнату и, соответственно, в дальнейшем пользоваться этой комнатой. Туда как человек, имеющий какие-то остальные доли в этой квартире, да, в вашу комнату уже не попадет. Мы делаем определение права пользования квартиры через суд. Услуга будет стоить 75 тысяч рублей. По времени это занимает от 1 до 3 месяцев. Соответственно, если мы потом едем вместе с вами, встречаемся с участковым, ставим звонки, то будет чуть подороже, но не более 100 тысяч рублей. Звоните по телефону 8495-532-9925. Мы все за вас сделаем.